этот плазма какая-то красная шла из палочки у Волан-де-Морта и зеленая у Гарри Поттера. Вот так же примерно меч выглядит. То есть это уже там не красивой формы такой фалообразный меч, а просто там какая-то плазма такая волной идет. То ну есть, так, но я ну все он равно же не просто, понимаю. ну он типа, блядь, нереалистичный, нихуя. Насколько вообще может быть реалистичным лазерный меч, потому что я забыл, как эта штука называется, перекрестие у меча, но ты будешь, пытаясь ударить, просто будешь прожигать.